Сегодняшняя тема. По статистике, более 80% офисных работников сталкиваются с болями в позвоночнике. Эта проблема беспокоит жителей большого города почти в два раза чаще, чем проблемы со зрением, и в этом нет ничего удивительного, учитывая наше невнимание к требованиям своего организма. Нахождение в одной и часто неудобной позе приводит к деформации позвонков, с чем в будущем не так просто бороться. Мы решили собрать самые эффективные упражнения, которые призваны вернуть гибкость и избавить от частых болей в спине. Попробуйте. Обнимите себя. Стоим ровно, вытягиваем руки перед собой. Делаем вдох и в это время разводим руки в стороны, заводя за спину. Вы должны почувствовать растяжение в области грудной клетки. Выдыхая, возвращаемся в исходное положение. В конечной точке как будто бы обнимите себя, тем самым расслабив мышцы спины. Повторяем 7 раз. К стене. Прижимаемся к стене, голова, копчик и лопатки должны касаться ее поверхности. Руки вытягиваем вдоль тела, затем медленно поднимаем наверх, не сгибая в локтях. Следите за тем, чтобы поясница не прогибалась, это очень важный момент. Держим руки поднятыми над головой 10 секунд, после чего на выдохе медленно опускаем. Кошка. Популярное упражнение, но при этом невероятно эффективное. Становимся на четвереньки, на выдохе выгибайте спину так сильно, как сможете, но только не через боль. Также медленно возвращаемся в исходное положение и прогибаемся вниз, но уже на вдохе. Важно, во время вдоха и прогиба вниз голову поднимаем вверх. Повторяем 5 раз. Плавание. Наверное, самая приятная физическая нагрузка при проблемах со спиной – плавание. Специалисты рекомендуют этот способ разгрузки позвоночника даже в тех случаях, когда другие упражнения противопоказаны. Кроме того, что вы максимально растяните позвоночник во время упражнений в воде под наблюдением инструктора, вы сможете укрепить организм в целом. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.